ЖК с романтичным названием «Городская усадьба» постигла совершенно неромантичная участь. Фекальные реки и зловонный запах по всей округе. Сначала нечистотами топило подвал, позже они разлились по придомовой территории. Переполненные колодцы фонтанировали жижей на детскую площадку, дороги, проходы и близлежащий лес. Изношенная канализационная система, где выявлены также недочеты при строительстве, дает сбой каждый сезон – летом, осенью и зимой. У нас в 21 веке мы живем в ситуации, когда у нас абсолютно не работает канализация. Вообще. И постоянно при этом возникают какие-то причины. Потому что вот денег нет, потому что труба засорилась, потому что другие плохие жители промыли свою трубу. Владельцем неисправной сети оказался частник, выкупивший участок у застройщика несколько лет назад. По его словам, все свои обязанности он выполняет, а в авариях виноваты соседи жильцов городской усадьбы. Один несу это бремя, да, то есть все пользуются на благо, всех делают. Никто не хочет, как говорится, мне понять и платить. То есть вот такая сложная ситуация. Жильцы исправно платят, канализация исправно дает сбой. К проблеме подключилось руководство администрации Ульяновска. На днях прочищен участок сети протяженностью 800 метров, за что частник теперь должен Ульяновск-водоканалу. Если же он и дальше будет содержать свое имущество подобным образом, власти могут отсудить и сети, и канализационно-насосную станцию. Прорабатываем вопрос выходить в суд и в случае неисполнения там, каких-то требований по эксплуатации будет решаться вопрос в перспективе, чтобы все-таки передать эти сети в казну города. Город их не бросает. В этой ситуации город с самого первого дня подключился к прочистке этих сетей, да, к обеспечению бесперебойной работы канализации. Соответственно, сейчас уже эта работа практически завершена. Пока суд не поставит точку в этом деле, город будет поддерживать работоспособность этой системы, кому бы она ни принадлежала. Один на один жителей с этой бедой мы, конечно же, не оставим.